А что с контролем за проблему? Мобы взрываются все сразу. А то что Элим вылетел, да? Вы на второй фазе помогаете контроль. Надеюсь, сейчас слышно? Сейчас, да. Да. Поехали. Не заставляйте мне хилы отвлекаться на танк. Если вы не можете прохилить танков, блин, будем начинать. 4 танка всего лишь надо пройти. Это все нормально прохиливается. Пока вату там урона вообще нет. Аст. Требежан. Блэк, когда я тебя меняю на второй платформе, где твоя притяжка по одному мобу? Но мобы-то можно? Я не помню, были мобы. Мобы всегда есть. Чем больше мобов вы слете в мелкого, с меньшей вероятностью вайпа. Еще раз прибежали. Сонная мухи, блять, все бегают. Белочки. Каст. Перебежан. Рэмбо, как ты? Отведите немного, а то нам некуда уже убегать. Вперед перебегать, хуй по... Каст. Сегодня побольше. Перебежал. Настя.
скачет. Ну, рейд. Чё рейд не на фул хп постоянно? Отпустите крест быстрее. Ком не будет саппортов на этом пуле. Готовьтесь по 1000. Води. Где контроль? 4 стак. Забежала. Три мобы. На лобан. И не рыпадаться. Раз. 5 секунд забер. Побежали. Стюха, дохуя лишнего урона. Два. Отлично. Пускай идут. Пойдут. Одного в бан. Перебанить никак. Каст. Перебежали. Инру по ресурсам дать, пожалуйста. Тимны на ману отдать, все тут. Второй фазой было. Брал босс. Да, по боссу больше активнее играем. Успеваем маленько. Уже хмана легенде. Запускайте ранды звезды. Эд, стопните. Каст пройдет тогда. Сейчас уже каст. Прибежали. Наверное, прохил. Проводите больше, это не стоит. Да, и подальше, вот... чтобы ближе бежать было. 1% до фазы. Явно. Кого долго собираешь? Пробежали. Ставлю лужу. И мне кто? Рейд прохилите нормально. Войда, где хил? Стоит. Денчик, сместись посередине, ставь похиль ты, блять, Войда. Уже мелкие. Че, Денчик в рейде стоит? Ты, блять, между платформами. Вот он, вот он. Фир первая у меня. Слабость. Вторая что? Ярость. Ну, Войда, ярость. Стаунти во время. Я знаю. Срываться. Раз пошел. Перебежали. Хил. У нас один. Давай, пускай наши контролить. Пускай ваши взрыв... вот эти два взрываются. Все, прохиливаем. Пускай 2 доходит. Вот эту звездочку по контролю. Сделали. Тим не херачь.
Бежали. Бегите, блядь. Особо чего ты там лёг? Феникс захуяли. Вот побежишь менять, монород треснешь. Четвертый фир. И бежали. У кого важно? Туда бежать. Мог бы поесть, мы все, блядь, добили. Так и обнулились. Дай мне контроль. Пускай два идут. Диспел. Маги, подиспейте пока. Шамана, подиспейте, пожалуйста. Ты пришел, да, сюда? Нет. Дай его тут. Бегу к вам. Сова, поконтрольте. Народ, диспейл. Сейчас по народу. Перед. Прибежали. Метку все, блядь, куда побежали? Модер. Крик. Ой, да прохиливайте там. Мне не спевно. Пожмись. Заря баблом скинет и хиль. А народ, там хилов нет. Сука. Перья идут. Перебежали. Что с монородом? Че монород? Сова, сейчас контрольте, сова. Че монород ложит? Маги, контроль. У вас один. Мосса, че не встаешь? Дальних откинуть. Киньте, блядь. Ноль откидываний. Сова еще по 200. На 2 минуты надо отойти. Тут не в сон. Где этот, блядь, в чем проблема? Сказал же, ДК, блядь, этот твой идет, забирает, блядь, мелкого. Монород бэйрит, блядь, плюс диспелит хилов. Короче, убило под незыблемостью. Мосса встал и сдох потом. Так что хуй чем поможешь тут. Блять, хоть ты на сову заходи, играй в два окна, блять. Я пробовал на джайне, блять, что вообще пиздец тяжело. Масса, я с пола сказал, эфир на четвертой у меня. В смысле, ты не можешь прочекать, где какой там, блять, когда идет большой каст, там даже самому можно, блять, прочекать, какие возле тебя эти мелкие феникс. Вы серьезно сейчас? Там самому спокойно можно все прочекать. А еще вопрос по поводу... Там селковат, блядь, то у него фер. Кто из баллов на второй фазе находится с рейдом? Можно ауру просто сосредоточения поставить, а то ходи пал, который... у которого сейчас стоит, он там находится на первой по платформе. А поставит. Блять, я не знаю, что делать. Типа, если я нахожусь в рейде, типа, с контролем более-менее нормально, но танки падают вообще. Типа, что войд падает, что монород, блядь, ложится. Как это происходит, я в душе не... Типа, что вы там делаете, реакция какая? Кто там стоит? Лёх, стоит? Перекур давайте тогда. Да, ну, три поставьте 3 минуты перекур. У нас вся ситуация была, дроид упал, диспелить некому было. На так, тебе, блядь, прибежал, да? В этот момент прибежал ДК. В этот момент прибежал ДК, забрал у Монорота, блядь, этот. Забрал у Монорота мелкого. Монорот освободился, должен был вас двоих продиспелить. Не было. Не было диспела. Я побежу. Теперь вопрос тебе. Почему не было диспела? Ты же освободился. Я пока бежал к вам к рейду, словил дебаф на минус мана. У меня ноль маны. Меня наконец-то продиспелили. Пока добежал, танк упал. Вопрос теперь монороту. Типа, почему монород не продиспелил вас?
вся хуйня в том, что мосс упал. Как мосс упал, лучше расскажите. Первый раз. Души. А чего мосс упал? Ну вот я две смерти вижу. Одна от угля. Хуй пойми, это, наверное, последняя. Бась, если такая ситуация случается, берешь на себя диспел, холи, паладин, хилит танков. Ну ты понимаешь, я не знаю, что там на холи паладине было, извините меня, блядь, но 10 секунд, свет небес 20 тысяч, и 10 секунд 0 за хила. Вожак ставит 3 тысячи, нахуй. Как это? Сейчас на нем тоже под конец, у меня не было маны, на мне был 5 секунд. Я понял. Типа по шаману там вопросов нету. Типа Розария, бабл нажал, дебаф снялся. Да, я когда нажал бабл, у меня мана была уже ноль. Ага. Заебись. Круто. Проблема с маной у хилов, значит. На всякий случай, увидев за два пула но линеров на первой фазе, без просьбы, я друидам все-таки скажу. Ребятушки, чем раньше вы сольете инеры, тем быстрее они откатятся, а маны будет больше. Поэтому, товарищи друиды, на первой фазе, когда у меня или у Штормсингера, который садится в мане, половина маны, или даже чуть больше, уже закидывайте инера. Они будут откатываться времени до пизды. Больше вопрос по контролю. Как откатился, так его сливайте. Вот и все. Не надо ждать, чтобы вам сказали. В ДЦ всегда есть куда. Почему, блядь, первый не попадает с фером ебучим? Вот скажите. Ну, я не знаю, как бы, какая разница, что как там попадает. Просто, ну, сдыхает мосса и все попиздеют. Ну, твое дело, понимаешь, когда ты убиваешь с фером, проблем с маной нету. Дебафы на ману убираются. Я понял. Ой, блядь. Ну хули. Понимаешь, все киллы всеми гильдиями Алары идут по одному и тому же сценарию. Первый всегда фир, или второй. И следующий всегда с этим, со стоп-кастом. На остальных там по боку там никто не отворачивается, никому ничего стоповать не надо. Фактор везения, конечно, хороший, но, блядь, надо и без этого фактора. Особенно я не могу понять, почему Войда, блядь, Войд ложится вместе с Монородом, причем быстро ложится. Блять, 10 секунд без хила, хуй там что сделаешь? Ну, я могу и 20, и полминуты стоять, и минуту. Ну вот, значит, тебе надо там стоять. Раз они так хилят. Мы вернулись к тому, с чего мы начинали. Что он там должен стоять протопол. А что в рейде такие проблемы или что? Или что-то поменялось в лучшую сторону? Что там, как? Контроль? Не надо на... Контроль раздают криво просто-напросто. Раздается, к примеру, Frost Nova прям под Тайфуны или под Тандер. Из-за чего мобов нельзя откинуть. Понятно. Ну и в этом вроде все. Еще по раз. Лужам давайте выбежали и опять сдвинулись к краю лужи все кучно, чтобы стояли в одной точке. Да просто нет, смотрите, по поводу анкила, по поводу тебя. Фростнова должна быть только на дальнем паке. То есть есть дальний пак. Блять, вот когда мобы появляются, первые перья, вторые. Во вторых перьях ты даешь этот, блять, Фростнову по первых, даже если они пойдут там. Три лока бан дают, два моба доходят. Потом эти локи бан снимают, там где-то частично, да? Один снимает, еще один, два доходят и так далее. А там Фростнова стоит, и они замедленные. Плюс, кстати, когда они замедленно идут, они же откидываются. А, да, смотри, вроде. Когда именно под новый, никакие эффекты контроля на них не работают, ну, в плане откидывания. Все, ладно, короче, понятно. Если они под Близзардом, тогда фиолетовый.
Просто Blizzard кладет на них Фростнова. Дейтесь, блядь, на то, что первый или второй будет сфером. И по луже, смотрите, вот мы уже второй раз выбегаем, выносим перья и попадаем в лужу, которую перед нами кто-то разливает. Давайте мы тогда чуть-чуть по диагонали будем убегать к стенке. А кто стоит, там лужу выносит, там я не понял, это та... Там вот. Дэнчик разлил, но... Пусть там... он на краю, на край на самый становится, и чтобы лужа разливалась там с краю, ближе к краю. А мы к стенке чуть-чуть будем смещаться, чтобы в нее не залетать. Давай, поехали. Ну там эта лужа, она не критична, она вообще прям ни о чем. Ну не критична, но все равно нахапаться можем, по стаку взять, и урон будет повыше. Сейчас рвануем быстренько. Вот и смотрите. Ажишка готов. Командуйте тогда кто-то очередностью контроля, и все. Короче, я с Каватом там стою, вы стоите на первых двух. Первая Войд, вторая Монород. Как кто-то один говорит, блядь, типа, сейчас откиньте там, блядь, сейчас вот нову давайте. Ну это надо понимаешь, тому говорить, кто контролит. Ну кто контролит? Анкил? Кто с голосом контролит? Ну я контролю. Ну вот командую. Я смотри, просто не вижу, короче, что там с ближними происходит, я дальних контролю. Вот, это надо, кто ближний контроль. 108 по контролю на третьем, четвертом, по анончу на третьем, четвертом фене. Но, блядь, на первом, втором как-то сами... Да на первом-то пофигу. Второй. На втором. Вот второго убьете, блядь, на третьем, четвертом с удовольствием по анончу, потому что я не вижу, что там у вас так происходит. Все, поехали, все готово. Сами визуально смотрите. И так, по второму надо. Старайтесь намного больше наносить урон. Хорошо. Так, на будущее, если... Геру оставляем на третьего Феникса. Почему бы ее не дать с пула? Гера на четвертого. Откатись. Переведем. Переведем быстрее. Надо нам все равно ступить придется. Ближнего не контрольте моба. Так. Типа, каст. Перебежали. Каст. Перебежали. До зоновый пиздек впереди. Сейчас два моба проведу. Проведи еще немножко. То перья кинутся, они хуй перебегут. Левее возьми, близко возле перьев стоят. Прибежали. Видишь, ловят перья, если близко босс стоит. Два пускай еще идут. Два на крестик убрать. Пускай еще два идут. Проводи немножко. Каст. Прибежали. Отпускайте баны. Звездочку.
каст. Перебежали. Прохил Милика. Мобы забираю. Дайте мы вам дойти, не стопки их так. Каст. Прибежали. Катута. Масса твоя, ВБР. Просил его баф по нему. Не контрольте, отпустите мобов. Раз пошел. Перебежали. Мобы. Идут эти два задних. Пойдут одного стан. Каст, переводи. Одного. Все, это нормально. Проводили, забрал босс. Скрестик, отпустите. Тяня по боссу. Наебали. Каст. Инер сливайте там по ДЦ. По шаману тоже. Лучше по Штормсингеру. Лучше вставайте чаще. Проценты. Не тормозите, но. Да, стопните. После каста будем переводить. Стопните. Кастует. Пройдет. Отпустите. Убегите сюда. Бежать ближе будет. Середину хотя бы. Мобов надо еще двух слить. Стопните. Мобы пускай доходят. Один, второй пускай доходит. Переводите босса. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, отлично. Там два моба осталось, я думаю, прохилим. Народ, твоя вторая. Минеры по откату подойти. Сопроты там у всех. Прочилится там рейд. Поднимите рейд на фул. У всех должно быть всегда 100% хп. Рассеянность. Второй ярость. Третий стоп-каст. Монаро, давай поменяемся. Мэсса, Лёв, он тебя, Фир. Я знаю. Ладно, у меня Фир, короче, масса. Этот Розария и Шаман от меня отверните из задницы. Перебежали. У нас одно перо. Всех контроль там, пускай наш первый заходит. Все, два мопчика могут у вас заходить. Народ не столкнулся. Народ похил Денчик. Просил рейда. Настя абсорби.
стараюсь. Мана села. Перебежали, залейте ей ману. Монорота хил, Денчик, Денчик. Подними Монорота, возложение ему, блядь. Перебежи. Так. Анонсите по рейду, не вижу. Тело по мане полностью. Инера, давайте. Стоим, куда, блядь, побежали? Неликс, блядь. Побежали. У нас одно перо, два. У нас два мам будут заходить, ваши все в контроле. Собрал. Денчика, блядь. Подними Денчика быстрее. Прохил Неликса, им на хп отдавай. Отдал. Пока тут Денчика быстрее поднять. Пустите ром. И ману ему. Перья пошли. Прибежали. Метку все, блядь, куда побежали? Моба в контроль. Маны 0, финда 20 секунд. У нас один моб. Не спал. Ваши мобы должны быть в контроле. Совы, контроль. Скину стаки. Один подходит. Перья идут. Прибежали. Сейчас три зайдут. У нас один. Два. У нас один. Два, два у нас. Два у нас. Все ваши в контроле. Захил. Тавата. Стопните моба. Захил рейда. Настя, ману. Я упал вниз. Перья иду. Прибежали. Шаман, киль меня. Маны нет. Стопните чем-нибудь. Видите второго активно. Добивайте. Все, все сюда. Сейчас каст будет. Сначала лужи разлейте вдалеке. Стоим. Вместе все, блядь, куда? Я хилить вперед. Чуть-чуть вправо сместитесь, лучше к стенке. Что тут? Двое. Обы, контроль. Аккуратно. Крик. Пирс ставил. Присел. Массавку дал. Валяй. Я забыл, что тут фир. Мобов дохуя, где контроль? Я умер. Чё ты сдох? Сверх новые три стака. Почему, блять? Вот не хватает прохила, реально. Розария, чё ты сдох? Я упал. Охуенно. Отфирал. Так ты не поворачивайся, я вообще ни разу не повернулся на финал. Все время мордой в стенку, бегаешь боком, все. Тебе, блядь, стоять на одном месте и хилить просто надо. Нет, я фир не поймал, я, блядь, запутался, я на краю стоял, ебанул. Охуенно. Меня закрыло просто две лужи, я поэтому на самом-самом краю стоял, поэтому... Не, ну ладно, про хил. Настя, а ты каким-нибудь еще хилом можешь зайти в рейд, нет? А, нет, у меня у шамана не убит этот РСХМ. Просто это... А ты в интеллект забита на ДЦ? У меня у силков всего 210. Из них 150 в выносливость, остальные в интеллект. Это очень мало, блин. Ну, извините. Я не знаю, что делать этот... А эти, на монореген так и нету у тебя, да, тринки? Я не знаю, что делать с прохилом. Прохила не хватает. Реально пиздец, как не хватает. Просто хоть убей, не хватает прохила. Да бахать поменьше надо, да и все. Да при чём там Полина не отлагала? Люди стоят.
предполагаешь? Поля пишет, что ее можно пустить. Давай, может, я в ДЦ попробую? Да, давай, а я нахуй попробую пойти отсюда. Просто у меня с манной проблем нету. Лёх, ты лагаешь. Просто проблема в том, что кроме меня проблемы с маной еще у двух человек. Можете сумануть, пожалуйста? Ну, там дебафы, там... На пятерых кидается дебафы. Монопул хороший, когда есть, тогда против. Поставьте. Какие дебафы? Штормсингер садится на первой фазе, на мане. Все, блядь, поставьте в монореген, блядь. Идите камни себе половину шмота, блядь, забейте на монореген. Там не поможет это, один хрен будет монорез садиться. А друиды закидывают и нора, когда перестроят фазу. Там атынера идет вообще ни о чем. Только тучка дает нормально. Петь не дает ману. Что? Ты... Там, блядь, 5 дебафов. И они не... на них не кинулись. На Насте сейчас дебафа не было. Был на ней дебаф, я смотрел на минус МП, как и на мне. Когда Мозер на меня кричал, я его в таргете держал и смотрел, что на ней дебаф, на минус МП. Нелик за мной следит. У нас проблемы сейчас, блядь, с хилами. И причем большие проблемы. Потому что один вариант, или хилы дохнут, второй вариант, хилы, у хилов нету маны. Ну, типа, больше не, нету ни в чем проблем. Если рейд не прохиливается, ложатся люди. Если ложатся люди, мобы не контролятся. Цепочечка. У нас был, когда был кил, у нас был тот же состав хилов, только вместо моего шамана была Полина. И вместо Насти был адмирал, по-моему. Нет, адмирала не было. Нет, адмирала не было. Я был, и Холи Престол вообще не был. Дай проверку. Гимны доставать, вот, как пришли мы на фазу, вот, блядь, даже не пришли мы на фазу, вот, гимны кастуются, когда, блядь, идет, блядь, последнее вот это, вот мы ждем каста, блядь, последнего, вот тогда надо кастовать, чтобы всем были. Что там насчет Геры с пула давать? Да нет. Не надо. Все, все здесь поехали. Не знаю, блядь, экономьте ману, блядь, как-то хуй его знает. Ну что вы, блядь, были там. Там считывать надо, она как тебе будет ее экономить. Да я в душе не был, но заливайте, блядь, эту ману. Камни на манореген ставьте на первой фазе. Чтобы у вас мана постоянно была. Проблема, блядь, с маной, причем большие. Ну я попробую сейчас на первой фазе поэкономить. Поле паладина вообще не вижу, как может быть проблема с маной. Прибежали. Ну... Вот у нас садится три бомжа. Это я, Штормсингер и Розария. Вообще, вот Розария как садится, я не знаю. Поле паладина не может быть проблем с маной. Я еще далеко не бисовый. Да при чем тут бисовый? 250-м шмоте у меня хуй, когда мана сядет. Я шо, усилки еще сбросить не хочу. Каст. Перебежали. Моба. Самое главное, щитуешь танка танчащего и хилов и тряпочников всех. Все, да, ты мне тоже говорил, я это и верно. Каст. Мозера. Кого, ты баблился или нет на этой? Да. Во второй фазе. Да.
Раст. Не отпускайте, вы чё вы? Перебежали. Уже новые мобы сейчас выйдут. У вас крестик стоит в бане. Третий просил. Ждем. Пускай идут одного там стандалка. Пускай эти два идут. Крестик. Каст. Прибежали. То есть два идут. Ну вот там оковы. Ну нормально. Сантею больно прилетает. 4 стака на Сантее. Сантея не стой в луже. 5 луже. Прибежали. Мабов контролем. Вот и отъехал. Постоял в луже, называется. У вас и твой БР. Надеюсь, станешь нормально. Баф по нему. Не дадите баф и сдохнет снова. Прибежали. По инеру по мне и по Розари. Леша ревностный не ушел? Отпускайте. Отпускайте мобов. Мобов. Перебежали. Так, перебежали. Наверное. По Розарии дайте инер, кто экономил. Блять, подойди ты в милизону, Розария. Нажми, блять, печать на Монориен, блять. Побей автоцарой босса. Какой нахуй инер, хулипалу, блять. У меня клятва есть, мне не надо пока. Милизона, контроль. Десять секунд заберу. Ты на фул ману отрезай перед второй фазой. Он тебе говорит, побей, блядь, печать босса. Все, забираю босс. Ой, страхани сейчас пока что. Да, сейчас забрать. Да. Ты меня подключил, блин. Да, нормально вроде. Фризанул. Сейчас отпустит. Отводи. Отводи, отводи. Ну ты не видишь. А народ же, наверное. 10%. Бьем. Каст еще не прошел. Каст пройдет, тогда будете переводить. Прибежали. Трахил. Переводим. Активнее. Мобы там сколько? 2 осталось. Это входит. Вот эти 2. Мозера подними, блять. Мозера поднимется. Верните Мозера, он все уже не успел. Мозер, ты, конечно, красавчик. Да я вылетел, Леха. Лага сдох от атаки.
Ой, ты там, блядь, спишь? А тут первый эфир. Ну, блядь, еще и сетап, сука, выпал нормально. Только тут подними быстрее его. Эри. Побежать. Лейте. Моба у вас. Привет. Привет. Привет, Эри. Прибежали. Денчик охуярит. Данкил сдох. Привет. Там народу надо бэрить. Нет. Нет бэра. Ну, наверное, да, и бэр по монороту. Перейду. Перебежаю. Сдох. Нет. Обы, контроль. Нас два заходит. Настя легла сверхновой. В чем? Второй. Резист контроль тогда ты мало. Второй платформе танк. Оба идут. Два пусть заходят. Шнайн контроль. Перья перебежали. Им на хп отдай. На, блять, на Эликс держи. В чем, блядь, лужа под босса? Блядь, вот чти да охуенный этот. Я понял. Череда охуенных событий. Выпадает охуенный сетап. Выпадает охуенный сетап. Один вылетает. Один вылетает. Потом Настя, на Насте стаки от ми. Потом танка. Второго не прохиливают, танк ложится. Возьми полю в рейд, она лагать перестала. Пускай она заменит. Вот выпал охуенный стат. Просто минус 3. Фарадей, вовремя приходишь. Позднее можно было? Мозера с рейдом. Фарада в рейд. Шанеска тянул время как мух. Мозер, блядь, бесполезен просто. Я что, блядь, сделал с этим ебучим интернетом? Напиши на форум, создай тему. Я написал, ну что толку, что они сделают? Блять, ну почему-то нам все сделали, и у нас нормально. Сколько вы месяцев на их? И это, они тебе сразу ответят, скажут, если у них хотят, они сделают. Если не у них, значит, интернетом своему провайдеру говорит. У него один провайдер на районе, больше не подключит. Только 4G, ну это говно. Что с Денчиком? Там дело другое, там может в бане у них что-нибудь или чупа чистят, или хрен знает. Так а тут спекайся в хила. Так а тут спекайся в хила, все равно не откидывается. Бабу, ты да куда она там написал? Элбрил, ДЦ, Полина. Или и... этот, закинь мне во всудилку, я тоже отмечу. Тебе командную строку подписывать или что? Да нет, в темке Мозер, который написал, там же не, нельзя дублировать тему. Они их просто тупо все в этот закинуть.
Хотя не, пока тут Савея стала. Не, Полина, вы Лема спекли. Просто нет тут прохила, вот я не знаю. Зачем Полину в Лем? Ее лучше в хила. Немного прохила. Из такого пока тут в Сове оставить? Да. Ну давай. Пока тут в Сове. Кирис, я скинул тему. Ты Мозер разве писал? Эту тему я видел. Давайте, у нас час времени. Последний полк. Жду. Половина рейда вылетает, половина лагает, блять, половина. Вообще какой-то хуйней страдает. Прилетает первый моб, вот не таунтит, не забирает, вага срывает агро, ложится. И понеслось. Хоть агро на своих мобов можете держать? Я, бля, даже не понимаю, как вы вообще убили Алара? А я, кстати, ваше видео смотрел. Вам чисто повезло-то, да. Портовые суки. В чем повезло-то? Вы прям убили почти... Как тебе объяснить? Что мобов в конце отбросили всех? Я тебе скажу больше, так все гильдии, которые убили, то же самое. Не верили, не эсэсили, ничего. Вам сетап хороший попался, вот по мобам, это раз. Во-вторых, у вас контроля там было в